какой наибольший космический объект, созданный человеком? Сколько времени надо лучу света, чтобы добраться от Солнца до поверхности Земли? Снова отправляемся в Древнюю Грецию с легендарным героем, получеловеком-полубогом. Да, речь сегодня пойдет о могучем Геракле. Садись, смотри Минотавра, будет круто! Сколько зубов в акульей пасти? Вот она! Главная угроза взрослого аргентинозавра.